сообщает ТАСС о Зеленского рассказе. Что он ходит с пистолетом и учится стрелять. Вообще-то занимается Зеленский ерундой. Показывает это, что понимание того, о чем пословица, когда в хвосте начало, то в голове мочало. Русская гласит, не дана природой ему пока благодать. Впрочем, человек Зеленский еще молодой. Может быть, он еще успеет это понять. Во всяком случае, я ему очень рекомендую подумать над тем, о чем гласит русская, великая русская пословица. Вот у нас уже вечер, уже уличные фонари зажглись. Между прочим, время уже 21:25 вечера, но можно сказать, что у нас пока еще только сумерки, а не темнота. Замечательно. Вот такие вот дела.